Вновь будет создана прокуратура города Чебоксары. При этом районные продолжат функционировать. Это делается, чтобы усовершенствовать надзорные полномочия за госучреждениями, действующими на территории города. Располагаться прокуратура будет на первом этаже в Доме правосудия, где сейчас находится отдел статистики. В этом же здании продолжат свою работу прокуратуры районные – Московская и Ленинская. 29 марта 2019 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Яковлевича Чайки создана прокуратура города Чебоксары, прокуратура столицы нашей Чувашской Республики. Исходя из действующего закона о прокуратуре Российской Федерации, городской прокуратуре, вновь создаваемой, планируется осуществлять надзор за исполнением закона органами власти и исполнительной, и законодательной в городе, а также управлением внутренних дел МВД России по городу Чебоксары, городскому управлению налоговой службы России по городу и также непосредственно управлению пенсионного фонда по городу Чебоксары и других ведомств, которые расположены непосредственно на территории города и занимаются осуществлением городской деятельности и урегулированием всех вопросов городского уровня. Сейчас надзорные функции за ними распределены между районными ведомствами. Чебоксарская прокуратура начнет работу 3 июня этого года. Напомню, что ранее она уже существовала в столице Чувашии, но была расформирована в 2002 году. Ирина Волкова, Павел Редков, Республика.